Всем привет, вы на канале CryptoFreelance. Сегодня у нас тестнет ордеры и хаос. Для этого нам понадобится тестовая сеть Avalanche. Переходим на Faucet, у кого нету монет. Вставляйте свой адрес, получаете тестовые монеты. Дальше переходим на сайт, подключаем наш MetaMask. Получаем тестовые токены. По ходу тестнета нужно будет делать скрины, если будут какие-то ошибки, так как в конце нужно будет отправить отзывы в Discord. Дальше получаем DAI. И USDC. Теперь нужно будет купить и продать токен Chaos, токен биржи. Нажимаем Buy. Approve. И покупаем. Теперь нажимаем продать. Снова нужно сделать approve. И нажимаем продать. После переходим к Quick Invest, ставим галочку. Давайте инвестируем $100. Нажимаем Invest. Теперь переходим в раздел стейк, нажимаем стейк и давайте максимум наших монет закинем в стейкинг. Нажимаем стейк. Теперь переходим в OneStake и давайте растейкаем одну монетку. Если вы закинули больше, можете больше. То есть. Дальше через какое-то время нужно зайти в Claim Rewards и сделать Claimer. Самое раньше, что можно будет сделать, это через сутки. Так что вам придется подождать денек. Нажимаем Claim. Переходим в раздел Get Repay.
Нажимаем Zero Risk. И давайте поставим сумму. Подтверждаем. Переходим в Borrow. Нажимаем сумму. Теперь в Repay и погашаем какую-то часть. Теперь переходим в раздел Release. Сюда нужно переходить только тогда, когда вы уже забрали награды. Нажимаем Release Stake. Выбираем сумму для каждого из токенов. И нажимаем Approve. Как видим, у меня ошибка. Я сделал скриншот. Пробуем снова. Так, транзакция прошла. Снова нажимаем Release Stake. На этом все. Наш тестнет окончен. Теперь нужно оставить отзывы в Дискорде. Те, кто нашел баги, оставляют соответственный отзыв и скриншоты в ветке bugs. Кто нет, то пишет отзыв вот в этой веточке suck questions. Да? Не забывайте ставить свой адрес кошелька тут. Нужно посмотреть, кто что писал. Можно скопировать. Ну, я думаю, разберетесь. На этом все, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забываем про телеграм-канал. До новых встреч!